Всем доброго утра! Всем привет! Мы начинаем наш день в детской площадке какой-то сетке, да. В общем, мы едем тут по делам. Поползла? Ты поползла? В общем, мы едем тут, разъезжаем по делам. Завтра уже гости разъезжаются, все по домам. Ты пошла? Пошла, пришла сюда. А вон, смотри, там трубы какие-то. Здесь нужно скатиться. Главное. Ага, горка здесь. Вот, и мы тут, вот здесь. Тут, с этой стороны, обратно. Туда иди, туда обратно. И мы это... Ай, там тоже сквозная, не видела. И мы едем, едем, и решили, что надо покушать. Заехали в Хесбургер. Это как Макдональдс. Я сниму маску. Но только другой этот, сеть. И тут такая детская комната прикольная. Вот, и мы пришли сюда пока развлекаться. Давай. Ты покатишься? Конечно, ой. Скорость, конечно, надо ножки поднимать, чтобы быстрее было. Ну, прикольно тут. А здесь. Можно туда к тебе, Глория? Ты хочешь туда полезть? Ладно. Мне кажется, тебя тут эти не выдержат штуки. Хотя не, прикольно. Если бы я была не в платье, я бы полезла. Ну что, мы сейчас пойдем перекусим? Да, пойдем перекусим, дальше поедем по делишкам. Мы уже сделали пару нужных дел, мы съездили еще на кладбище и приехали сейчас тесты делать. Смотрите, у нас в аэропорту, короче, поставили такой контейнер. Два контейнера. В одном расплачиваться, а в другом делать уже тесты. Вон наши там идут сдаваться, в общем. Приезжаешь, и вот в Италию сейчас ехать, что надо? Антиген, да? Ну, либо ПГР. Но ПГР это дороже, так если лучше антиген сделать, так он 30, сколько, 35? Ну вот. Вот, так что это. Сейчас будем делать. Но. Потом приедем домой, сделаем, отпечатаем бумагу. Но это ж не обязательно, да? Отпечатать? Да. Может, не, ну вообще, да. Но просто не обязательно, да? Ну, поедем там в магазин. Еще. Что нам еще тут надо такого закупиться? Вот там, ну это. Там, в Акрополис, да, поедем в Акрополис. Мы еще в Икею заедем. Но это мы уже заедем, когда сюда просто Икея у нас вот здесь, вот если по этой дороге ехать, то она очень близко. И мы думаем, что сейчас мы уже не поедем, хотя могли. Вон они уже расплачиваются, одна женщина перед ними, так что они вообще быстро возьмут. Одна 10 секунд, другая 10 секунд, и все. Вот, так что мы это съездим завтра, мы хотим там посмотреть кое-что. Мы думали сегодня, но чтобы не тратить время зря. А, приехали. Взяли такую машинку, вот. А, и, кстати, Богдан, куда ты сейчас хочешь в этот спарк позвонить, да? Что ты там хотел узнать? Спросить. Интересно, мы можем заезжать за шлагбаум куда? На парковку или нет? Не, мы как бы можем, но надо нам платить, или это все входит в стоимость этой услуги? Входит, ну посмотрим, мне позвонить. Так что, ты хочешь позвонить, да? Да. Ну, давай позвони. Мари, покажи, как ты бегаешь. Покажи, как ты бегаешь. Как ты туда бежала? Ребенок развлекает. Счастье. Купили шарик. Ой, тут отсвечивает. И пошла. Что тут так отсвечивает, смотри на камере. В общем, мы в Акрополисе покушали. Вот, сейчас пойдем в магазин и поедем. Зай, я тебя снимаю. О, как высоко шарик. Поедем домой уже. К родителям и домой. Эй, что вы тут делаете? Приколисты. Ага. Завязали на руку, чтобы не потеряла. Но, воображаю. Конечно, тоже сколько стоило, 8 евро. Ну, а тебе это... Тебе, может, надо было такой же купить? Я за 15. За 20? Больше. Да. За маской вообще не видно, что ты смеешься, ты плачешь, тебе непонятно.
Все, мы уже дома. Уже помылись, собираемся ложиться отдыхать. Это, кстати, на фоне своего платья свадебного стоит. Видали, какое огромное. Его надо вообще в химчистку, да? Будем сдавать. И Богдана костюм будем сдавать. Ладно. Мы хотим посмотреть, потому что сами мы точно не постираем. Допустим, подъюбник я там почистить, там что-то где-то могу. Он сильно вообще не грязный. Он до пола почти не это, не дотрагивался. Там фату еще, ладно, тоже можно. А вот... Джек смешно спит. А вот этот, само платье, конечно, надо чистить. Я вроде где-то слышала, или кто-то мне говорил, что если долго тянуть с этим, то эти черные пятна, которые на земле валялись, то они прям очень сильно въедаются, и потом вообще это стирать нельзя. Так что посмотрим. У нас дождик поливает. Кстати, хорошо так воздуха, а? Пустила. Да, мы сейчас будем закрываться. Ну, все, мы уже вообще ложимся отдыхать. Сзади еще остатки цветочков со свадьбы. Вот. Завтра нам надо рано вставать. Мы завтра отправляем уже всех гостей в аэропорт. Вот, все уезжают от нас. Так что мы завтра еще такой полупобега в день. А в пятницу, кстати, я иду паспорт себе новый делать с новой фамилией. Теперь у меня уже тут много дел. Но мне ничего, никакие документы не могут вообще сделать, если я паспорт не поменяю. Пока не поменяю паспорт. Паспорт менять можно либо за месяц, либо за 5 дней, либо за 1 день. Ну, соответственно, цена там увеличивается в разы, поэтому мы будем месяц делать. Тем более мы как бы никуда сильно не надо нам этот паспорт, пока действительно и старый, так что будет так, да? Богдан уже засыпает, бедненький. У нас почти около 2 часов ночи, так что мы идем спать. Все, увидимся завтра. Мы, кстати, сегодня очень мало снимали, правда. Мы просим прощения, надеемся, что мы исправимся, потому что, правда, времени вообще не было. Мы вот так вот сегодня. Мы в 2:30 выехали, в 2:30 где-то выехали, и вот такой вот джжжж был цейтнот. Так что все, завтра уже постараемся побольше снимать. А сегодня все. Идем мы отдыхать. Я прям стихами заговорила. Слыхал, какие у меня стихи? А? Заценила мой слог? Конечно. Да. Все, идем мы спать. Всем спокойной ночи и всем пока-пока.